В ликвидации последствий катастрофы принимали участие более 2000 оренбуржцев. Сегодня в области живет более 1000 участников тех событий и более 300 членов семей ликвидаторов. Правительство области оказывает им поддержку. В 2012 году чернобыльцам было выделено 32 государственных жилищных сертификата на сумму более 50 миллионов рублей. В 2013 году на эти цели предусмотрено почти 36 миллионов. По плану у нас в 2013 году 18 свидетельств к выдаче. И, в принципе, все они уже выданы. И, соответственно, очередь на этом не заканчивается. У нас есть еще переходящая очередь на 2014 год, которая будет полностью удовлетворена. Владимир Андреевич – непосредственный участник тех событий. В 1986 году он вместе с другими оренбуржцами работал в опасной зоне, боролся с последствиями катастрофы. Сегодняшний день для него – настоящий праздник. Хотя уже прошло 26 лет, но все-таки не забывают за нас. Спасибо, что так вот все. Уже нашли себе жилье или нет? Ну так, уже что-то намечается.